Буквально минутку, да? Чарли, Чарли, помолчи, детка. Идите сюда, ребята. Мои хорошие, мамины дети. Куда вас подеть? Чарли, перестань. Нельзя, детка. Нельзя рычать. Ну нельзя рычать, не ревнуй. Иди ко мне, Люка. Ты изяка моя, Лала. Да, и ты моя красавица, и ты моя голошечка. Да, моя девочка. Люка моя такая красивая. Все, мои хорошие, хорошие мои ребята, все. Люка, нельзя ревновать. Иди, солнышко мое, сюда. Иди, моя сайт, иди, зайчик мамин. Мамин, мамин. Да, буду. Ай, ты моя девочка. Ну все, 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 все наши, все наши. Ну ладно. Лина, старушенцы. Ну что, детка? Все самые красивые, а? Все дети красивые. Самая девочка красивая. Руги, поломашка наша, а? Помнишь, как она кусалась, когда ее нашла? Где она, коза эта? Где ты? Где девочка моя? Где? Ай, зачем ты так кусаешься? Рунги. Рунги. Передничая Рунги, да? Косолапая. Красавица такая выросла. И никак мы дом ей не найдем. А ведь девчонка замечательная. Очень красивая, ласковая. Такая красивая. Хороший ребенок. Хороший Люка, ребенок. Люка, ты что делаешь? Люка чай пьет? Люка уже чай пьет, да. Люка у нас быстро. Ты пьешь? Да, Люкася. Пилюка, пилюка, Люка. Слезай давай, коза. Ну ладно. Ладно. Половину мы выгнали на улицу, половина гуляют у нас. Да, половина гуляет, потому что сейчас будем убирать. Ой, вреднючие дети, да. Возьми ее на ручки, смотри, что она творит. Иди уже. Рунги. Иди уже, моя девочка такая, девочка красавица. Да, и хорошечки мамин, все хорошие. А кнопочка бедная, смотри, кнопочку как сидит. Кнопочка, иди, тебя пожалеют. Скорее, деточка. Кнопочка, она обиделась, мне. Ты же больших обиделась, собак да. Гладишь, да. Кнопочка моя, иди, кнопочка. Не обиделась, идет? Иди, кнопочка, иди. Иди, моя кнопочка, иди. Опа, иди на ручки. Моя кнопочка такая. Вот эта кнопочка точно. Ой, после всех... Смотри, как она обижается, смотри. Она обижается, когда другие собаки. Она не хочет идти на ручки. А вот наша старушка, да? Моя первая, самая первая лохматая душа. Это моя Лира. Лире уже 14 лет, а? Красавица моя. Моя девочка. Старушенцы, да? Старушка. А вторая старушка у нас вон. Миречка. Мое очаровательное безобразие. И моя красотка Манина. Нет, мы нашли ее через год после Лиры. Миречке 13. Такая козявка. Хорошечка моя. Да.
Тебе чего делать, да? Рунги, ну это не рунги, это что-то. Кнопочка, ну что ж ты обижаешься, детка? Люка, а Люка решила нет, Люка любит чай пить, когда никого нету. А вот Царь у нас дикая. Царь мы пытаемся цари. Приучить. Царь, Царь. Царь, да, иди сюда, Царь, иди сюда. Где она? Убежала. Царь, да, вот она идет. Царь, 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 Царь. Нет, Царь не хочет. Царь, красивая девочка, очень красивая, но Царь у нас диковатая пока. Ну ничего, по крайней мере она уже не так боится. Скоро привыкнет. Миркалик, мамина девочка такая. Вот еще одна моя старушечка, да? Моя старушечка мамина, зякайся моя. Ей тоже 15 лет, и у нее тоже глазки полуслепые. Она уже тоже натыкается, ходит. Да, мое солнышко, ты моя девочка. Миричка моя, Мирикал, моя Миркалечка. Вот такая у меня сарделька есть. Ой. Это она это место выбрала, я кресло специально отодвинула. Да, Чарлик? Чарлик, старичок мой вредненький, мамин. Такой мой вредненький старичок. Да. А это Лирочка. А это моя Лирочка. Линечка, мамина девочка, моя старушечка. Моя девочка, ей 15 лет уже. Это моя старушечка. Эй, Лисик. Иди сюда, старушенчик мой. Ой, ты мой старичок такой красивый. Это живодерни. Живодерни наш малыш. И Юстас. Юстик. Юстик, мамин Юстик. И Юстик наш слепой. Слепой Юстик. Да, Юстик полностью слепой. Маленький.
Он тоже старичок. Морда седая-седая. Ему тоже лет 7-8. Так что, ребята, еще один у меня слепой в другой комнате. Но он там спит. Мы его беспокоимся. Девочки, у меня сейчас Милечка умерла. Моя старенькая старушечка. Она вчера отказалась кушать, лежала, только водичку пила. А сейчас я наверх поднялась, а ее уже нет. Утром еще водичку пила. Моя толстенькая сосиска маленькая. Беленькая, толстенькая такая. Не могу, плохо мне. Это моя Лирочка. Она была первой, девочки. Лира была первой. А потом была Милика, потом Дарлюшка. Дарлинг, моя дорогая. Она ушла в прошлом году, у нее был рак. Милечка сегодня. Да, Лерончик? А это Лира. Блин, жалко, да, слез. У меня же слезы навернулись. Господи, как же жаль Миречку. Девчонки, какая она была необыкновенная собачка. Мы когда приезжали, она же эта говнюшка с бубликом во рту постоянно таскалась. Она его не ела, она просто таскала. Или бублик, или кусочек сухарика. Сейчас кину фото, когда мы с Викусей ездили к Вале. Ну, это несколько лет назад. Девочки, я сейчас поеду ее похороню. У меня рассказ есть, он называется «Очаровательное безобразие». Это про Милечку. Это про Милечку. Если можно, помяните ее этим рассказом. Пожалуйста. Да, девочки. У меня осталась теперь одна Лира. Лирочка. Лира была первой. Сначала Лира, потом Мирик. Миречка, потом Дарлюшка. Дарлюшка ушла в прошлом году. Миречка ушла в этом году. И я очень надеюсь, что Лира со мной переедет на новое место жительства. Она ведь лохматая душа. С нее все начиналось. Я очень надеюсь, что Лира будет со мной.